Короче, видео называется «Было, стало». Вот это у нас светит 50-ваттная диодная люстра. Ну, деньги. Прожектор, да. Стоит он где-то $20, блядь. Вон написано 50 ватт. И тут, та-дам, блин, просто две диодных ленты. 4, блин, за... 2 метра диодных лент. 2 метра диодных лент. Сейчас скажу, сколько денег они стоили. По $3, $12. Но все в долларах надо говорить. Ну, не все же понимают, что такое гривны там. Даже меньше, чем $3. 60 гривен за одну я платил. Это 2 доллара. Я переплатил. Я 45 гривен за метровку такую платил. Ну так, блядь, у меня же светит, у тебя нет. Тоже светит. Да ну и по сравнению, как это светит, то просто жалкое подобие. Саня обиделся, по-моему, чуть-чуть. Не, ну эти реально ярко светят. То есть по сравнению с 50-ваттным этим странным диодом, просто это, блин. Ну а что ты хочешь? Тут 36 ватт должно быть. Made in Italy. Мебель из Италии приехала. Мы там еще собирали. Ноги отодвинь еще. Чтоб не было сомнений. Точно из Италии. Без балды. Ладно, пора спать идти. Блядь, опять 11 часов ночи. Нифига не получилось у нас с этим сраным электронным зажиганием. Вот оно. Вот так вот у нас. Короче, сгорело нахуй больше 10 датчиков холла каким-то образом. Вот, блядь, они тут присосались к этой бабочке, блядь. Кучи каких-то, блин, этих запчастей. Приехала вон те коммутаторы, двухканальные, блядь, схемы. Тут нифига на лазере не соосно обрезано. Силиконовые провода, 118-я катушка водонепроницаемая. Латунные, блядь, крышки с латунными этими контактами, джанморовские опять провода, свечи НЖК, блядь, были установлены, сука. Эти, блин, А11 сдохли нахуй, блин, не хотят раскручивать машину. Вон коммутаторов, блядь, куча с голограммами, блядь. V-Line НЖК свечи охуенные, BP6H. Не знаю, какой расход на них получится. Короче, блядь, что с этой машиной не делай, она, сука, упорно ползет на кладбище. Есть шанс, конечно, что мы, блядь, доедем на ней в Карпаты, но, блядь, вернемся мы уже другими, да? Это пиздец какой-то. Это просто пиздец, да. Еще был один коварный план, это взять, сука, эту здесь продать, там, блядь, другую купить, покататься, потом ту там продать, блядь, вернуться и эту назад купить, блядь, чтобы не ехать на ней, блин. Но, блин, кино, наверное, в этом и будет заключаться, чтобы в ней доехать, блин, туда. Это пиздец какой-то. Утро. Короче, я так понял, что лучшее место ехать в Шишиге, это в Кунге на полочке. Да, забирай его с собой. Будешь на пальце покручивать, все сразу поймут, что ты владелец Шишиги. Заводной ключ от Шишиги. Кому на Львов? Кому на Львов? Надо ехать. Индейские мотивы. Такая экшен, форсаж. Смотри, он роги выставил, когда услышал музончик. Вон там в конце замок. Что-то за милый август. Так, посмотри, как слымака прет от твоего музона. И уходят, сука. Идемте. Это символ Шишиги просто. Посмотри, как он мчит. Посмотри, как газ расходует. Блин. Если свысока смотреть где-то там из космоса, с Луны, то мы на Шишиге движемся приблизительно так же. И след такой жирный оставляем за собой по земле. На ФЖ вчера одному там разбили ранее, машину. На месте замка, Саня нам читает экскурсию. Въехали в жопу два бухих, там разбили тачку. Это самое. Так эти пацаны, которые должны были в 6 утра, они туда приезжали, типа там на место аварии. Там ту машину забрали чинить, уже вроде даже сделали, уже вроде они там выезжают. Они уже, чтобы домой не ехать, взяли и стартанули.
Блин, замок красивый, ну разваливается. Ну, крышу сделали хоть. Я говорю, это скольких людей надо было нагнуть, чтобы такой замок себе построить. Птицы поют. Птицы поют. Не, ну красиво, хоть что-то осталось, знаешь. Потому что некоторые могли только пробухать. Некоторые только в офшоры запереть какие-то. Блин, просто вид, наверное, километров на 50. Красиво. Ну ладно, будем ехать, будем смотреть. Да. Давай, счастливо. Да, замок, замок. Пацаны, несите плиту и мангал. Будем тут завтракать. Где-то грустил один крылатый гусар, когда проезжал. Саня, Саня, судя по коллекции этих крылатых гусар доспехов, когда тут мимо проезжал крылатый гусар, он потом где-то грустил долго, потому что доспехи уходили в музей Поля Чудес. В настоящее время от коллекции замка остались только голые стены, а все экспонаты распылены между украинским, польским и российским собраниями. Что тут еще? У нас есть костел, римско-католический костел. Короче, головоломку. Так ниже будет. Так ниже? Да. Я снимаю видео Олежка и стол. Знаешь, есть головоломки такие, продаются проволочные. Я думаю, он ее не соберет. Смотри, у него, блин, он не собирает его, мне кажется, он его просто пиздит. Этот, столофоб. Знаешь, да. За что? Так, будем тренироваться вечером. Сейчас забили в землю эти табуретки. Чик! Так, так ставь туда уже в ряд, будем продавать еду. Выездная торговля. Ну, я говорю, им не понравится, если мы будем своей едой торговать возле их замка. Давайте еще тут тент натянем. Можно, кстати, две шашлыки ставить между ними. Потом друг у друга. Снимаешь? Да. Снимаешь эту хуйню? 1300 лёжей. Вот для чего нужны радиостанции. Антенна. Так увеличивается. Прием увеличивается на 20%. У чая. Вова, я нормально люблю. Я нормально люблю. Пятерка за смелость, а двойка за... Вова нормальная людина, я облизал дно в стакане. Сахар слезал. А потом поправил волосы. Кого? А, ты умеешь? А сколько денег? Сейчас, подожди, не выключай. Олег, не выключай. Алло. Иди до Володьку. Чего? Так, что это? Новый флешмоб. Я понял. А снизу тоже. А с фольгой. Где с фольгой? Так на жоре сесть. А потом... Придет на ведре ехать. Пацаны, сейчас тут люди начнут собираться, монетки нам бросать будут. А куда Вова? Вова уже пошел. Он увидел, и не сдали нервы. Это возбуждающее зрелище. Ой, мать моя женщина. Надо по машинам разбегаться, потому что это же... То утро только началось. Так это ж прикинь, еще никто не бухал даже. Да. А что ж будет дальше? Нет, тут два варианта. Я говорю, пиво с рыбкой. Если мы были бухающие джипы, два варианта. Или машины были вообще в говно, или такие были натертые, все там навешано. Обрыганы. И мы такие, давай, нам никуда ехать, некогда наливать.
найдем купим. Вон! Говорю, найдем купим. Все, Вовка успокоился, сейчас будет. Да, это уже второй раз хватает. Пошел на третий. Вовка, вернись, нам еще далеко, мы еще не доехали. Это прикинь, едет, едет, потом через полчаса остановился. Ладно, давай, я пошел. До свидания. Представился. А вы мне насыпали-то? Чего? Ой, какая вкуснятина Паша делает. Ну что, сами хавать? Знаешь, какую вкуснятину я только что сделал? Сейчас еще раз. Ты прозевал. А сахар не осыпнули? Берешь, у тебя сигнализация сработает. На масле. Классно. Саня, зацени. Я понял. И по пачке масла на бороде, на усах еще. И перья сфаршировать. Это мы еще не доехали до старта. Что будет на финише? Или финиша уже не будет? Больше половины пути. Да нам уже тут понты. Да тут да, то есть понты. То есть да, по, да. Понты нам по прямой 180 километров. А не 60? Не. 80. 180. Да, точно. От дров на всего 180. От дров на всего. Так, ладно. От дров на 180. Ладно, спорить не брали. Прыгай на фуру. Прикольно будет, если мы забудем, что ты там мечешься по крыше и поедем. Чуть не провтыкал пробег, блин. А 66, 666 километров, блин. Горы, пальмы, реки, камни, тут вообще огонь. Эти вершины горные в снегу, блин. Мы завтра туда поедем, можем, в принципе, и сегодня рвануть. 667, уже не то пальто, а вот 666, это да, это мы стартанули. Передаю домашний пулок. Короче, постояли, остыли, тут включили переадресацию. Валим, вон там горы в снегу. Так для равнинного жителя это всегда вызывает удивление. Надо уябывать, сюда едет. А можно сначала? Я говорю, вот тебе и Карпаты, вот тебе и это самое. Развернулся. И не хотел, ты бачишь все сердце, и чуешь все сердце. Какая красота. Ребята, что это у вас такое? Это палка, которая... Палка, палка. Вперед чуть-чуть. Смотри, что они творят, а? Заводи! Он набирает, блядь, по наставке времени. Приехали с выдумкой, да?
что, Шишига не доехала? Вы так с Киева ехали? Получается, что да, но что мы с Киева так не ехали, блин? Вот так встали две машины и забыли. Так поставили две и все. В комментариях фолловер говорит: что это за у вас такой Валера прикольный чувак, как муравей, говорит, вечно несет какую-то хуйню. Выключил паузу, сразу нажал. Не, ну он правильно говорит. Просто если он посмотрел одно видео, то да, надо же много видео смотреть, чтобы понимать. Сколько хуйни произнесено. Да. Что это, блядь, не просто несу, блядь, да? Чтобы все масштабы, всех масштабов оценить. Не, ну не каждому дано мой юмор, блин, познать. Да. А, Санюша, ты здесь кушаешь? Ты сюда приезжаешь кушать? Смотри, теперь у нас тачка полноприводная становится. Шишига превращается, превращается в шишига. Так а вы не отключали? Легким движением полтора часа. У вас меньше расход, чем у него. Это самое... Может, у него мощнее двигатель? Конечно, я, знаешь, как на гору тут чё? Валил? У меня на гору... Там, в смысле, 90. У меня на гору 90-95, а с горы где-то 65-70. Литров. Но это температура, блядь. Вот, видишь, чем отличается слепак от мозаики? Мозаика – это вот, блядь. Так, да, а да. Вот это слепак, блядь. Вот то слепак, а то мозаика. Ну, или, это нормальная вещь. Или есть это самое, типа, ваша жопа до американской тюрьмы и после, блядь. Надо отсидеть. В плане здорового человека и в плане слепого, да? Фланец, нет. Это фланец курильщика, это фланец здорового человека. Да. То есть вот... Я сэкономил на сигареты. С какой руки экономил? Давай играть на деньги сегодня. Не, говорит, если бы ты... Давай ехать на деньги. Бросил курить, ты мог купить уже за эти деньги, блядь, машину. Ну ты не куришь, где машина твоя, да? Только на шишигу и хватило, блин. Можно съездить в Прагу. Короче, после фразы про муравья и хуйню, блядь, количество ютуберов возле этой машины стало уменьшаться. Пропорционально. Да, новостям. Это самое, очень быстрые хабы, очень надежные. Да, 10 минут. Прям как колеса на формуле меняются. Да, быстро. Не, если был гайковерт, вот эта ёба не была такая жесткая. А, кстати, сюда должна была быть крышка. Все надо на машине иметь этот быстросъем, да, Вова? Потом витой шланг, вжу-вжу. Нет, все-таки конструктивно можно замутить. Только боюсь, что... Подкачку? Нет, подкачку разобьет. Не, оставит. Разобьет. Ну, у тебя должно там крутиться внутри. Надо ставить какой-то подшипник, центрацию, сальник, который будет крутиться. И нафига тебе весь этот тюнинг в саратовском зоопарке? Если ты едешь без полного привода, ты накачал через эту фигню и поехал. А если тебе уже нужен полный привод, ты взял, переставил и опять поехал. И уже поставил подкачку на место. То есть так подкачать и проще, и дешевле, чем... Кем-то я в Ютубе видел подводные хабы именно, там конструкцион пан сам склепал. Ну так можно, не, вот, но не без подкачки. Можно вот эту штуку накрутить здесь, нет, еще вот такую ебалу. Не ебала. И потом закручиваешь таким болтом, и эта хуйня надвигается. Шлицами, но там типа болтом заводится квадрат, типа квадратка. Ну, я же тебе рассказываю, что удлиняешь шпильки, сюда какой-то болт с резьбой, это ебалой типа накручиваешь, он выехал сюда. Потом взял, закрутил этот болт. Ну да, и оно зашло. Ну только, блядь, ступицы будут вот такие где-то. Да ну, ты не перегибай, Паша. Не, вот мы... такие максимум. Нет. Болт от тисков приблизительно. Не выступают, нет, они выступают. Вровень выступать? Вровень выбирать надо, начальник. Ну, по-хорошему, если поставить еще вот так колеса, мы вообще были бы цари. И еще вот эти развернуть вперед. Кстати, вот автоихарочник, там получится на раз. Подкачка, задвигачка. Задвигачка. Нахер на варочник вообще ничего не надо. Не сдувать, не подкачивать. Просто выбрал направление и поехал. Слышь, а если елкой назад их? Лучше едут. Да? Из колеи выскакивают. Не эти, а арочные. Не знаю, может быть. А им колея, в принципе. Не пофиг. Они не выскакивают вообще из колеи. У них получается здесь обод вот, а там обод здесь, а резина уходит туда. Ну, и получается, да, что за счет этого они из колеи вообще хорошо, не хорошо, если на диске их развернуть. Куда? Да, не, местами колеса переставит. Ты проклянешь, что день, когда тебе в голову пришла эта идея. А ломбада начнется. Там надо где-то три человека.
где-то 10 нормочасов. И весят 200 килограмм. И золотой ключик у тебя в кармане. С каждой стороны вот этих вот штучек больше, чем здесь. Это самое. То есть разбирать надо мне смешно. Хорошо, если от 150 колесов. Смотри, вот так делают. Жух! Ну, пожалуй, трещу. Слышишь, а если молотком диск мистера Пропера позвать? Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Бля, вообще. Без табурета вообще было бы грустно. 4,2. Блядь, еще бы понять. Назад поедем с этими хуйнями, чтобы понять, какой фактический расход. Да ну и... Не, их просто потом будет, если они будут... Если вы ездите с этими хернями сегодня, нам поставить слепаки сразу. Не, чувствую, что мы уже прошли точку невозврата. То есть бабла осталось ехать только вперед, блядь. Назад уже бабла нет. Ну кого-ка. Кто на что учился? Так, ты на что намекаешь? Бочку уже через границу сейчас в этом... Я еще чуть-чуть и свой весь запас уже то его. Слепой взял это самое, набор стоматолога. Будем ездить по селам, вырывать и вставлять зубы. У одних вырываем, другим вставляем. Кто-то бегает, выбивает, а потом... Можем из смареки вставлять, слышишь? Можем из этого. Еще и это, теплевизор, будем эти, флюорограф делать. Передвижная флюорография. Да. Безопасная. Фотографию, что скелета показывают, там типа наводишь на человека, на скелета съел. Да, нормально. Начнем с диспансера приехать. Правда будет на ТЕ. Вот так вот. Недолго. Что-то так, это движение на что-то напоминает. Ты got me. Satisfaction. Поставил свою любимую песню сразу. Вспоминается анекдот про Чапаева. Плывет Чапаев через это самое, через Урал. На голову ему садится ворона. Это самое. И тут его в руку там ранит пуля, блин. Он так одной рукой гребет. Ворона говорит: ты кто такой? Говорит: Чапаев. А что делаешь? Ну, этот белых удираю, они тут меня ранили, тут я плыву. Говорит: а что одной рукой гребешь? Ну, говорит, что ранили? Я, говорит, одной гребу. Ворона такая: ну ты точно там не дрочишь? Меняю! Так стряхивай. Ну, прочитал инструкцию на туалетную бумагу в супермаркете. Случайно освежители случайно насрал. 4, 3, 5. Независимые наблюдатели в оранжевой форме сзади. 500 по 6. Какие у тебя? Тони. Да, каких-то. Не, ну газончиков на картоне не было, да? Хоть кто-то с ОРМ хоть раз доехал на шишиге на кордон. Ты вообще куда? Не, ну пацаны есть, которые там ездят в какие-то экспедиции, вот эти вот, которые там Жаровский, по-моему, снимают прикольные такие фотки, да. Они на шишиге, но не надолго. Главное, палец не прищемить. Хуйню эту. В общем, новых слов узнаете, которых даже обычно на рыбалке не слышали. Все, один готов, следующий. Выключай. Те, кто не хотел ехать на кордон справа, мы ехали, наконец доехали. Самое что-то все как-то медленно происходит, что-то у нас даже вентилятором отеляют на холодную даже. О, кто-то уже с горы возвращается, нормально все. Это не Руслан Коламбе. Конечно, что мы тут, блин, долго стартовать будем. Да.
Атаман, прием. Да, это началась пробка. Вот, в одну сторону. И во вторую. И во вторую, это уже до финиша. Ой, так. О, говнище. Так, а тут трошки пройду. Двери прикрою. Аби не впасти. Ну, я бы снял его.
Красава. Блин, типичный современный человек. Стою с айфоном и щелкаю проблемы. Это газель что-то делает вообще или нет? Вы будете ехать или нет? Дыши, мы ждем. И подтянуть. Давай, выезжай, выезжай отсюда. Сейчас Шишига придет. Начнет блокировать. Тянули газели тут. Газель слабо выехал. Ему надо убраться больше с проезда. Не выехали еще? Молча. На второй не выкинул. Я предлагаю всех попропускать, потом ехать.
Да. Потому что мы уже больше газа спалим. Нет, так и мушки в лавке. Нет, а хайгир. Да хайгир, давай. Хайгир. Да хватит, один пусть берет, бежит впереди. Ну что, сейчас мы снимаем полную карту этих. Все. Ниссаны не едут. Едут, говорит он. Копайте яму. Просто оттуда кто-то взял и вытащил бревно. Оно там должно было лежать. Игорь, смотри, тебе надо ехать на коксе, выходить отсюда. Тут ступенька уже такая поднарыли. И тебе большим радиусом надо на коксе выходить, большим радиусом. Не сразу влево, тебе надо выходить влево, вернее вправо. Но не сразу вправо, а чуть по радиусу больше брать. Это что, камервайт? Да. А где он? Тут? Не знаю. Ты там поднимаешься, только тут есть ступенька на выходе. Слышишь запах очковых кобр? Ну что, мы ремень поменяли, дернули Ниссан, завел его у вас, сейчас у вас штурмует, потом Ниссан, потом мы с Газели попробуем. Какая насыщенная программа. Обрама. Машенька, так потихоньку и иди. Итак, нас уже надоело, все, надо это, что, перекусить и ёбнуть. Да, перекусить и, ну что это, ну короче. Да. Да, делаем как, поднимаемся наверх, становимся, стойло, всех пропускаем, Паше даем камеру, пускай идет снимает, а мы пьем горячий чай с дедом Дэниелсом. Отлично, деду привет. Деду привет, спасибо, дед. Вот как так действовать дальше? Бревно надо подложить или что? Или выскочить? Да. О, дебил. Паша, хочешь чаю? Ну, хочу. Что, давно? Паша, давай, наверное, по максимуму лебедку вытащим, вот, чтобы тебя тут не стоять. Ты куда? Я его даже не вижу здесь. Надо спуститься вниз, вытянуть его блоком, наверное, в сторону или назад куда-то. Пошел он. Все, лебедки уже размотаны.
вам перед входом. Ну хорошо. Дверь пока стянуть куда-то в сторону, потому что мы мимо газели можем не проехать. Говорю, машина как будто бы горит, смотри. Ага. Пусть пробует назад! Назад пусть попробует! Ну что, зарядился аккумулятор? Давай налево цепляй. А где корозащитка? Купил машину, не знаю для чего. Мне, по-моему, шлем бошку надавил. Надо тебе его забрать. Там тебе бошку забрать. А так? Где ты его брал? О, я его брал давным-давно. Давно? Сейчас таких даже уже не видел. Или нет? Олег, ты спустился? Так, что мы делаем? Я зацеплю за ресор цепь. И, але за ваш тонкий той кінець. Вот там вот. Зацеплю. Вот этим, да? Да. Давай. Зацепил? О! Цепляй, цепляй. Бачу.
блядь. У мужика нихуя нету. Ни стропы, ни шакла, блядь. Взял, дал ключ, блядь. Сейчас, если его этот ключ оторвет, нахуй. Хуй его знает, что там будет. А, ну номер не треба. Треба? Так. Бери номер машини, як я застряг. Ну так, да. Ну от. Хочеш, щоб його зняли, як він встряв. О, зараз там отже. Я перше нікого не буду. Ці відстали. Та там. Там ще буде, так? Да? Та там ще десяток машин стоїть. Так. Така болотина. Ну що, Сань, знайшов, ні? Ні. Ну, он там ключ засунув свій, блін. Ну, за ресору, то есть, а ключом этот, или порвем. Он же говорится, скотчет и порвет стропу. Он получается... Цепком, а ты хочешь сейчас цепком? За ресору, там, цепком за это самое, за бампер и за ресору, чтобы там без грузей. Ну, то есть замотать цепь по возможности и запустить туда, что же, через карабин, через это, через шахту. Саня, давай шахл. И через шахту, через цепь. Ага. О, цепляй, вот как раз подойдет. Он, по-моему, там должен пройти. Куда? Покажи. Да, он цепляй вот там за эту. Проходит или нет? Вот. Как раз, вот давай за этот, за ресору там должно хватить. Наоборот, наоборот зацепляй. Наоборот. Да, да, вот так. Хватает? Все, супер. Давай вытаскивай тот ключ нахуй. Не, Сань, давай. Тогда ты снимай кино, я завязываю. Я завязываю. Ну так завязывай. Мы там этот шаклом за его ресору за. Я понял. Сейчас он выскочит. Чего меня догонят, что намотает, жишка тут едет. Проконсультируйте, скажи, что угу. Хорошо. Намотаешь стропу, покажи. Закрывай. Саня, скажи, чтобы он там не стартовал. Ну, вернее, этот, чтобы не так сильно стартовал, чтобы на стропу не наехал. Лебедой вместе с ним. Пару рывков, но он не заведет от этого.
хватало, чтобы он, блядь, застрялся и еще заводился. В пизду это самое. Если что, цепляем лебедку и пытаемся лебедкой его вытянуть, вот как Вован тянул. Давай тогда, мотаем лебедку. Паш, так будет правильнее и быстрее всего. Давай, Максим. Паш, мы лебедку не разблокировываем, я отцепляю его и вытянуть назад. Ты его уже разблокировали, лебедку, это самое. Если что, давай, может, отцепим, мы выведем вперед, потом развернемся назад, блядь. Давай вот тогда тянем лебедку чуть вперед. Давай его вытянем туда наверх, и дальше пусть как хочет. Его надо разворачивать, пусть пиздует назад плавит. Смысл его тянуть дальше куда-то. 1, 2, 3. Давай, тогда лебедку мы разблокировали. Паша, сейчас беру скорозащитку. Да. И... Саня, а смысл его тащить в лагерь? А не в лагерь, вот сюда на поляну. А дальше хоть тут. Не знаю, там и поремонтироваться можно, и мы чай будем пить, давай, как хочешь. Скорозащитка. На поляну. Там не факт, что по улице там мимо него проскочить. Сань! По-моему, этот патруль тоже ничего убирал. Паша, стой, стой! Куда, далеко цепляем? Да давай на максимум, на максимум. Саня уже устал, заипался. Так, на-ка тебе корозащитку, я пошел трос смотреть. На. Саня, не останавливайся, когда лебедку тянешь. А он типа не знает. Трос, наверное, вот справа от тебя дерево, цепляйся за него. Так, все. Да, я справа дерево вот от тебя. Ай. Ну? Не, ничего, то есть там сейчас. Тогда я смотрю этот лебедку под это. Надо до камеру. Или как? Просто смотрю, когда за лебедку. Надо до камеру. Сейчас. Выключай. Ниссан, который не заводится, не едет, ничего. Что-нибудь любитель подписчикам вашим. Я говорю, уже 3 километра, блядь, едем с 9 часов утра. Впечатлений масса. Люди видно, что подготовились некоторые. Некоторым я говорю, ваш шаг надо вам в залупу закрутить. Ну, короче, блин.
большие рулят. У нас уже, блядь, один ремень провернулся, один слетел с этого, с гидроусилителя. Короче, пригоды на пригодах. Я предлагаю, сейчас затаскиваем. И бросаем. И кидаем, и кидаем, и текаем отсюда. Олежка, что вы скажете? Там вот видишь. Надо... Думал, буду ехать на белый человек, ага, в машине, в кабине. Я... А тут, блядь, я по сами яйца в эти. Не, так мало того, что... Так это мы и едем. Ну нахрена нам тащить еще кого-то балластом? Еще здесь такой поворот 90 градусов с болотом. Ну да, потом если б не колея, там где уже мостами. Ну все, тут для желтых. Вот тут бы я, конечно, не вышел. Бачите? Не вышел. Тут патруляка грибся дуже довго. Передняя, наверное, тут и башу. По кущакам. А тут диагональ. Пеньок не візьме, він похилий. Він соскочит. Там мост. Там, да, там патруль лебедился за него. Вон же пеньок, на котором Ваван стоит, давай сначала туда. Нет. По прямой. Вот. Цей пеньок не буде. Паша, тебе тут такое болото, что ты бы лучше сразу выходил на поворот. Еще до поворота надо доехать, меня начнет в деревья тащить.
Да я сейчас помню блокировку. Я предлагаю его здесь бросить. Но это ж невыносимо. Ну фартовые, ну блядь. Слушай, не бачите спать, треба будет. Паш, давай проголосуем, бросаем его или не бросаем? Да, все. Все, все проголосовали бросать. Ну это ж невыносимо, он начинает заводиться, что-то творить, блядь. В питьёме заводится, блядь. Ну, блядь, ну вытащили, ну так... Сидит в машине, все его толкают, он... Зюк! Зюк! Да не знаю, но... Вот на пенек зюк подплывет. Стой, стой, стой! Чей пенек попал? Куда ты смотришь? Заводит. Маша, давай его пропустим, ходи. Мы же заводили 5 раз. Эй, это... За руль трассистый, кому дай. А это, да я зараз... Куда его? Ну то ви знов там заглохне, тоді ще заглохне. То вже скільки раз глохне. Не ищем толпу, щоб бампером, бампер, допустим, или еще как-то. Да, я просто хочу, щоб локти. А что у него с рессорой? Рессор же ничего. А может зацепить? Как второй предлагали, деньги предлагали, вино предлагают. Почему не ты его тащишь? Я не пью. А давай, бери. Я не пью, что? Да меня вытянули. Как сказал? Дякую. Тебе еще домой вернуться. Хлопцы, классно. Тебе еще домой вернуться, мы не пьем. А что с рессорой? Ее это провернуло тогда? А, оторвало, да? Надо молоток. Сейчас достану. Туда. Блядь, а что это за цепь? Вот, вот так вот. Вы не подпираете? Там она, когда ее выдернула... Thank you.
Ты мостом на пеньку сидишь. Ты мостом на пеньку сидишь. И что? И все. А, на мосту? Да. Хайджак є? Є. Ну то піднімай його і тоді скидати на бік. Або на цей, або на той. Ну лучше на той. Денис, підійдіть хто. Помогите кто-то, я не натяну. Легше. Сюда. Що пусть подаст. Є? Так, 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 подає, добре, є. Ну, помоги. Ставим, да?